Голливудский актер Леонардо Ди Каприо предварительно согласился сыграть президента России Владимира Путина в новой картине. 41-летний популярный американский актер Леонардо Ди Каприо, номинант на премию «Оскар» 2016, имеет все шансы осуществить свою мечту. Проект фильма уже есть на сайте компании, а также на сайте базы данных о кино. На обоих ресурсах проект называется «Путин», а рядом с заглавием указано, что картина находится на стадии разработки. Продюсером проекта выступает Марк Демон. Съемки начнутся весной 2016 года и пройдут в России, Америке и Европе. Выход картины запланирован на весну 2017 года. По словам представителей компании, жанр фильма – политический триллер с фактами жизни и работы президента, оказавшегося на вершине мировой политики. Напомним, Леонардо Ди Каприо в интервью немецкому изданию сказал, что желает воплотить на экране образ Владимира Путина.